Доброе утро. Мы находимся рядом с зданием, строительство которого началось в 1722 году по приказу Петра I. Это здание 12 коллегий. Это здание расположено вдоль Менделеевской линии, и сейчас в нем находится главный корпус Санкт-Петербургского государственного университета. Мы хотим записать кейс, который связан с тем, как сдают ЕГЭ в России. Начиная с февраля, 11-классники выбирают те экзамены, которые будут сдавать на итоговой аттестации в конце учебного года. Обязательно сдаются русский и математика. Причем математику можно выбрать в базовом режиме, где не выставляется обвал, а просто зачитывается для того, чтобы получить аттестат. Если же вы выбираете профильный институт, технический институт, тогда вам следует выбрать информатику, физику, математику профиль. Если вы хотите учиться в творческом вузе, например, архитектурная академия, вам достаточно сдать русский язык, математику, база, и вы получите аттестат. В этом году из-за пандемии тем, кто не хотел сдавать экзамены, допустим, они уезжали за границу или не поступали в этом году, аттестаты были выданы всем в мае, и эти обучающиеся вообще могли не сдавать экзамены. Ну вот в нашем лице, например, таких было не очень много. 4 юноши. Знаю, что в других школах, особенно в школах, где уровень образования может быть чуть ниже, чем наш, их было гораздо больше, до 20%. В каком же формате проходит ЕГЭ? ЕГЭ является продолжением экзаменов 9 класса в формате ОГЭ, то есть состоит из двух частей. Первая – это тестовая часть, которую ученик выполняет, заполняет бланк, выбирает правильный вариант из имеющихся или вписывает какой-то конкретный ответ. Эту тестовую часть сканируется и проверяется машиной. Кроме тестовой части, есть еще и вторая, творческая часть. Например, в информатике это программирование на каком-либо языке, в русском это изложение и сочинение, либо еще какое-то творческое задание. В математике и физике это решение задач более высокого уровня. Ну и последнее, что я хотела бы рассказать. Как проходит сама процедура? Ученики 11 классов вместе со своими классными руководителями идут в пункт проведения экзамена. Учителя остаются в специальной комнате, а распределенные ученики из разных классов и разных школ расходятся по аудиториям, по 15 человек в каждой из аудиторий. С ними там находятся и руководят процессом педагоги того образовательного учреждения, в которое они пришли. Значит, на каждый экзамен определенное время выделено, после чего собираются бланки, и ученики свободно уходят по домам и ждут своих результатов в своих личных кабинетах, в системе, в которой загружены все выпускники, в которую подгружены образовательные учреждения. И данные, именно получая в этой системе все баллы, к ней имеют доступ и университеты, и институты. То есть сейчас выпускнику не надо ехать в какой-то город, допустим, если он из города Екатеринбурга хочет поступить в Москву или в Санкт-Петербург, ему не надо арендовать жилье в этом городе, ехать там вместе с родителями, да, то есть ему достаточно очень успешно и удачно сдать экзамены в своем собственном городе и, опять же, в онлайн-формате подать заявку в интересующий его вуз, на интересующую его специальность и ждать результатов. Когда сдают экзамены все выпускники вплоть до дополнительного периода, потом выстраивается общий рейтинг всех, кто подал заявку, ну и ждать результатов какой-то в этом рейтинге. Вот такая сейчас система экзаменов в Российской Федерации.